До начала проповеди рады сообщить вам замечательную новость. Новый онлайн-курс Криса Валатона о бедности, богатстве и благосостоянии теперь можно приобрести на русском языке. Больше информации вы можете найти на сайте www.battle.tv/wealth. Добро пожаловать в Церковь Вифиль на проповедь этой недели. Надеемся, вам понравится это послание пастора Криса Валатона. Больше информации о церкви и другие материалы вы можете найти на сайте battle.com. Я буду заканчивать. Кто из вас знает, что вы свет мира? Во время первого служения спросил, кто из вас знает, что вы свет мира? Кто-то однажды сказал, мир будет становиться темнее и темнее, а церковь будет становиться ярче и ярче. Скажите аминь. Все сказали аминь. Я сказал, вы сказали аминь на нечто неправильное. Мы не свет церкви, мы свет миру. Если мир становится все темнее и темнее, а церковь при этом становится все ярче и ярче, значит, свет находится в неправильном месте. Иисус никогда не говорил, вы свет церкви. На самом деле, он сказал, никто не зажигает лампу, ставит ее под сосуд. Дальше он говорит, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. То есть он говорит, вы свет мира, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Кто из вас знает, если церковь становится все ярче и ярче, а мир становится темнее и темнее, кто-то накрыл свет. Я могу предположить, что церковь стала колпаком для лампы, вместо того, чтобы быть подставкой для лампы. Затем мы создаем богословие, которое оправдывает нашу такую позицию. Ну, знаешь, Библия, брат, Библия говорит, что дьявол придет. Дьявол придет. Дьявол, которым я знаю, потерпел поражение на кресте. Он не имеет власти надо мной. У меня есть власть над ним. Спасибо, что прослушали послание этой недели. Этот еженедельный подкаст переводится также и на другие языки. Приглашаем вас посетить наш сайт podcast.ibattle.org.